Хорошему спортсмену бедность не помеха. Один носит форму из чистого золота, а другой играет в гольф своей ногой. Смотри в нашем новом видео «Богатые и бедные спортсмены». Говорят, что гольф – это игра для богачей. Отличный удар, сэр. Ваша клюшка, сэр. Спасибо. Чтобы поесть. Хлопья. Были здесь в прошлом году. А что еще есть? О, бинго! Последнее яйцо. Сейчас мы с ним вкусно позавтракаем. О, нет! Фатальное падение. Зато я могу сыграть в гольф для бедняков. Моя нога вместо клюшки. Обычная ракетка для настольного тенниса? Это для бедняков. Где моя эксклюзивная ракетка из чистого золота? Такая подойдет для моего золотого мячика. Это gold pong для богачей. Захотелось сыграть в настольный теннис, но нет ракетки? Используй тапочек. А вот из этой бумажки получится отличный мячик. Главное желание. Это домашний пинг-понг, детка. Моя новая футбольная форма. Именная футболка. Я в золотом составе нашей сборной. Моя футбольная форма из переработанного мусорного пакета. Смотрите, здесь даже мое имя. Я всегда поддерживаю свою физическую форму. Тренируюсь в своем зале каждый день. Главное – нанять профессионального фитнес-тренера, а лучше двух. И тренировка пройдет очень легко и быстро. Сэр, может, уменьшим нагрузку? Нет, идем качать пресс. Тренировка для бедных – доставка воды. Физические нагрузки плюс заработок. Бросок! И мяч в корзине. Трехочковый. Нет мяча, зато есть гора грязной одежды. И мяч попадает в корзину для белья. Трехочковый. И со спины. Да. NBA, я жду твое приглашение. У богатого футболиста должны быть богатые гетры. Мои сделаны из чистого золота высшей пробы. Скотч. Идеальный материал для всего на свете. Мои новые серебристые гетры готовы. Отлично облегают икры. Как раз мой размерчик. Вот они. Мои новенькие футбольные бутсы. Последняя модель. Сделаны из кожи быстрого дракона. Это очень дорогая обувь. Сейчас я сделаю себе новые бутсы. Вставлю гвозди в обычные кеды. Вот и шипы для футбольного поля. Я просто терминатор на спортплощадке. Где мои персональные ворота? Удар и гол! Да, победа! Мяч из мусора. Решающий удар и гол! Пенальти прямо в мусорник, Майк. Отлично! Бедный и богатый спортсмены встретились на боксерском ринге. Давай, Майк, порхай как бабочка, жаль, что мало денег. А вместо богатого спортсмена боксирует его охранник. Это еще долго? Я уже проголодался и хочу присесть. Все, первый раунд окончен. Ух, я весь мокрый. Мою майку можно выжимать. Официант, можно мне стакан воды? Здесь хватит на целый стакан. Заодно и попью. Это не ваш заказ. Что? Я добыл эту воду своим потом. Ваш напиток, сэр. Наконец-то. Фу, что это? Столкновение. И у нас травма на 9-й минуте матча. Приляг. Вот тебе мягкая подушечка.
Сейчас я нежно осмотрю твою ногу. Вот так, болит? Нужен мягкий массаж. В три руки. Быстродействующая анестезия. Тебе уже получше? Поднимайся. Ты готов, чемпион. Вперед, играть! Помогите, врач! Что лежишь, парень? Тебе плохо? О, целенькие кроссовки, как раз мой размер. Задник не будет жать. Спасибо, приятель. What? Это был бездомный? А где же врач? Тренируем задержку дыхания. Моя ванна с талой ледниковой водой готова. Включаю секундомер. Я рожден дельфином. У меня нет ванны, поэтому я буду нырять в большую кастрюлю. Включаю песочные часы. Супчик, как вкусно. Можно поесть во время тренировки дыхания. Добро пожаловать в наш боулинг, сэр. Вот ваши персональные туфли. Эти из прошлогодней коллекции. Ну ладно. Мне давно нужна новая обувь. Эти кроссовки явно лучше, чем мои. У богатого спортсмена есть специальный менеджер пальцев. Вставьте пальцы в шар, сэр. Ну хорошо, начнем игру. Да, это страйк. Бедный Майк придумал альтернативу шару для боулинга. Воздушный шарик с водой. А что, он тоже катится? И туалетная бумага вместо кеглей. Да, это страйк. После игры богатому делает массаж рук профессиональная массажистка. А бедному делает массаж рук профессиональная крупа в кастрюле. Какое блаженство. Чем еще натирать шар для боулинга, если не деньгами? Богатому не жалко лишней сотни. Мой водный шар будет блестеть. Я натру его туалетной бумагой. Катись, приятель. И кубок получает настоящий чемпион. Кубок мне не нужен. О, кубок ловлю! Идем, красотка, я покажу тебе свой лимузин. Стоять! Вы обвиняетесь в краже кубка. Улыбочку, сэр. А теперь профиль. Йога наполняет тебя гармонией и спокойствием. Повторяй за мной. What? No, no, no. Занятие прошло отлично. Я такая гибкая. А эта практика тела подняла меня на невиданные высоты. Полное намасте. Этот паренек переоценил себя. Вес слишком большой. Бедный парень сейчас загнется. Нужна подстраховка? Отлично, работать в паре намного легче. Знаете почему? Потому что вес качаю уже не я. Еще три подхода. Понравились наши спортсмены? Тогда пиши в комментариях, кто тебе понравился больше, богатый или бедный.
И не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые веселые видео на канале Трум-Трум.